Narvi's turn. Reserve time. Мы уже показали Cloud9, что будут играть через гирокоптера. Поэтому можно будет против него придумать что-то. Пока берут Бейна. Что второго саппорта. Бейн суперсильный по статам герой. Ну, у Най план такой примерно, что любой один саппорт у Фейнера может выгнать полностью. Соответственно, у второго руки будут развязаны. Гоняться, возможно, будет за вот этим самым Гандаром. Да, это будет очень интересное передвижение по карте, безусловно, от той другой команды. Что не хватает Cloud9. Cloud9 по-прежнему не взяли себе героя для Bone 7 в сложную. Не взяли себе еще опорного суппорта. Вот на эти позиции нужно разобрать и персонажей. Ну и пока что команда Cloud9. Нужно какой-то контроль добирать. Да, да, абсолютно тоже очень важно. Потому что SF-у даже ультимейт сбить пока некому. Тос, пока он там будет прыгать, он может и не долететь, а подойти в упор и Тосом сбить ультимейт. Тяжело. Тяжело, да, можно и погибнуть. Но вообще, такие более стандартные решения в виде Леона, возможно, мы сейчас увидим. Какие-то дизейблеры такие жесткие. С возможностью покупать себе блинка, врываться в нужный момент, инициировать. Опять же, Берстом неплохим обладает тоже. Что еще может зайти, помимо Леона? Дисраптор какой-нибудь. Рубик тот же. Он до сих пор остался в пуле. Ну, кстати говоря, Рубик, вот противостояние Рубика... Вот могли наблюдать в предыдущем матче, когда играли Cloud9 против LGD. Довольно интересно было. Поначалу при перемещениях Рубиком тяжеловато против Бейна, конечно, потому что у Бейна статы намного лучше, но ближе к мидгейму, ультимейт, постоянно Рубик может украсть и... 5 seconds remaining. Это, безусловно, его плюс. Заходит пак, видимо, для Bone 7. Для Bone 7, скорее всего, в сложную линию. Ну вот, как раз-таки контроль и сайленс, чтобы сбивать вот этот ультимейт Бейна, и стан, и сайленс какой-никакой появляется. Ну, вряд ли придумают Cloud9 какую-то триплу в харду. Очень сложно это будет сделать с Баунти Хантером. Нет, триплы здесь определенно не будет, потому что там будет стоять паг, будет вот этот самый ровный Баунти Хантер. Будет он бегать между тремя линиями и стараться как-то перехитрить саппортов Нави и найти дырку как раз-таки, где можно сделать атаку. Ну, в принципе, знаешь, Bounty Hunter кому бы ли не пришел, у него везде есть возможность сделать фраг. То есть с паком хорошо нюки есть, забирается до противника вайпера. Мы уже обсудили, с гиркоптером тоже очень неплохо сочетается. В принципе. Так что здесь... Да, но при всем при этом, кого убивать? Кого убивать? SF убивать в миде. SF будут охранять, скорее всего. Ну да. СФа должны здесь охранять, потому что, конечно, если СФа не охранять, он там умрет и один раз, и два, и пять, и... Слушай, вот Рубика забанили на видео. Ребята из Нави испугались тоже, что Cloud9 могут его себе забрать. Минус Лина тем временем от C9. Неужели думали, что Хвост будет на линии играть? Ну, всегда довольно интересно. Интересный бан Cloud9. Мне кажется, нужен какой-то кэрри. Мне кажется, что вот здесь может даже Блутсикер заехать хорошо для Нави. Бутикер на легкой против пака, он может практически в соло стоять и его не забрать даже с Баунти Хантером. Ну, есть еще время, около reserve минуты, time. Даже с небольшим у Нави, резерв тайма. Это Слардар. Ты знаешь, не самый ожидаемый выбор героя. Ну, герой здесь заходит довольно хорошо. Может и подсвечивать Баунти Хантера, и против Гирокоптера и Вайпера, если он в них вбегает, с этим героем плохо. Единственный, кто его может нормально останавливать, здесь это пак на Дримкоил. Возможно, придется Бон Севену в дальнейшем даже Аганим собирать. Ну, вообще, как бы Вайпер, Гирокоптер, то есть персонажи с ранжевой атакой, один Вайпер страйк с Лардара, и смотрится Слардар не очень-то уверенно. Гирокоптер с кулдауном тоже. То есть, если Слардар сам саинициировал, это, конечно, здорово. Remaining. Да, но тут Слардар будет на фрифарме. Вряд ли ему кто-то будет там сельмшать. Заходит. Шейкер. Получается, два миличных саппорта таких. Угу. Cloud9. Ну, в принципе, эти линии сами по себе не довольно сильные. Это говорит о том, что Таскар не должен без левелов остаться. Фаник должен здесь набирать и экспириенс, может быть, какие-то деньги. Угу.
Ну да. В принципе, ЕС ему ничего абсолютно не сделает, то на линии гирокоптера против одного гирокоптера стоять вполне ну, можно. Ну и мидгейм, конечно, у Нави выглядит намного поинтереснее. Как только SF там берет свою меку и Свардар берет свой блинк, у Cloud9 начинаются проблемы. Для Нави главное не нафидить до, и когда у Гандара появятся треки, Нави уже должны быть в той позиции, когда у них есть подавляющее преимущество. Угу. Да, ну, Нави вчера, безусловно, наблюдали за матчами Вега Сквадрон против MP Феникс. Там тоже были Слардары. Нави отмечали, что не так, возможно, делал Слардар в той карте. Вот сейчас покажет, как нужно исполнять. Нужно здесь изобразить в результате. Так, давайте быстренько познакомимся, собственно, с персонажами, кто на ком будет катать, и перейдем непосредственно к самой игре. Итак, Дэнди в мидл будет на SF, Феникс сложен на Тускаре. Суппорт Артстайл на Бейне, суппорт Санейка на Скаймаге. Ну и хвост будет фармящим Слардаром. Ну, в принципе, всех мы угадали еще на стадии пика. У Cloud9 же Envy будет на гирокоптере, Бон 7 на паке, идет в оффлейн. Big Daddy No Tail на Гандаре, Мизери на Шейкере и Фаттен на медовом вайпере. Да, причем у нас, возможно, здесь будет какое-то столкновение, потому что Cloud9 пятером отправляется в чужие леса. Видим тоже, пошли клики какие-то от Na'Vi. Envy возглавляет все это движение. Клики, что нужно пойти и прочекать вард, если хотят его поставить Cloud9. Так, вот выходит первый Фаник. Смотри, не ставит сноубол, пошли все в сноубол за Нотейлом, прямо под бордом. И фиссура, отличная фиссура. Или Зор Ор проходит по возможно, троим. Будут убивать Артстайл. Артстайл здесь застрял, он один. Хороший там стан по двоим от Свардара. Там пытаются качает разобрать Рейзи Дэнди. Гирокоптер умрет. Должен умирать, 5 хп всего лишь осталось. Умирает. Так, это минус один, еще Фату зажали под стан Слардара, это Фату тоже минус-минус 2, СФ пытается жить, СФ погибает, уходит Бон 7, снова сноубол, минус 3 отправит. У нас еще и Баунти Хантер. 1-3 размен, вот так вот, даблкил делает Фаник. Чем ФБ тоже было за Нави. Идет двойное ТП на мидл сразу же. И посмотри, оба мидера устремляются на верхнюю руну, и Дэнди будет немножечко быстрее. Да, ну, да, 5 секунд остается, вообще вайпер, в принципе, успеет подойти, Дэнди. Ну, не страшный первый Shadow Raze, главное забить крит сейчас. Перекликает. Дэнди забирает руну, снизу руну забирает артстайл. У Бэйна начало сразу второй левел. Начало полностью за Нави. Вот очень это шикарно. До крипов, посмотри, по нетворсу уже больше 1000 преимущества. Да. Вот такая вот стычка у нас интересная получилась, в которой Нави разобрали своим оппонентом, забрали две баунти руны и... Вот, кстати, центре сразу на медлинии. Чтобы ну, Гандар не мог здесь. У БХ тоже есть свои центришники, конечно. Да, мгновенный центре и танго. Все четко. Развардил. У Санейка есть ли еще одни сантришники? Да, есть еще один сантри вард. Да, есть, но там у Дэнди есть всего лишь одно танго. Ой, смотри, ошибается Дэнди здесь, по-моему. Ошибается Ли. И тут его пытаются добить. Дэнди остается живый, хилинг селф проюзал. Санейка на развороте, но Тейла пытается пробить, но Тейл выживает. 72 хп осталось. Но тут довольно, конечно, такой интересный момент был. Судя по всему, знал СФ, что будет жить. Возможно, рассчитывал, но было опасно. Ну, вот такие, скажем так, визиты Баунти Хантера. Баунти Хантер пошел умирать от нейтралов, купил себе ТП-шку, кларити, умер от нейтралов, ничего не потерял. Через 7 секунд ресница, и с телепорта вернется на какую-то линию. Угу. Да, ну, пока именно все выглядит так. А вот, как ты говорил, Бейн пытается гонять, видим, Боун Севена. Артстайл здесь загоняет его в леса, ставит его отправиться прямо под тавер, чтобы тот не получал экспириенса. Ну, а хвост будет на фрифарме находиться. И вот все так же Фаник стоит и получает экспириенс. Вайпер в миде убирает Сев. Все-таки пришли, что Баунти Хантер сделал свое дело. Под фиссуру. Убивают под фиссуру. Да, ну то есть вот Санейка приходит, сразу же опять же идет дивардинг. То есть война сантришников, она здесь продолжается. Но Нотейл есть да, еще один сантри в запасе. За Vision, и здесь кто кого перекликает. Здесь важно поставить центр и мгновенно, кто первый танго съест, видишь? Оп. Оп-оп-оп. Хорошо получилось. Ну еще по одному сантришнику было съедено. В итоге пока сантри стоит у ребят из Нави. То есть СФ будет видеть передвижение Баунти Хантера. Да, ну начало пока довольно интересное у нас выходит. Так, анкассив шот пошел. По двоим попадает. У Дэнди это уже третий уровень, же вторые шоты у Рейзи, но Тейла тоже может немножечко примять вот так вот, и без КП он остается. Отправляется в инвиз. Ну, хорошо, вайпер убили. Еще и руну забирает Санейка наверху, снизу руну забирает Пак. У Бонсо, кстати говоря, закуп. Паку достается баунти, а Санейка иллюзия, которая ему не так нужна, наверное. Да, ну я тут обратил внимание просто, чтобы он сам закупился именно на харду, то есть терпеть, у него 8 тангуйсков было, был хилинг селф. Против Бейна ты особо не потерпишь. Вот он набрал второй левел, кое-как запушив линию предварительно. А сейчас, когда линия стала подальше немножко, нету возможности набирать какой-либо экспириенс, он приходит на мидл. И снова диварник идет на этой позиции. Сентришник снова был убран. Так, ну и вайпер СФ, да. Ну, в общем-то, понятное дело, что СФ один здесь пока не может стоять. Снейка постоянно пытается ему помочь. Есть ботл у Shadow Fiend, отпивается им левел 4. Вайпер тем временем левел 3. Пока, причем только начало третьего уровня.
То есть тут у ИСФ немножко получше дела, как ни крути, обстоят. Тут постоянно кто-то подворовывает экспириенс у Вайпера. Так, вот он БХ вместе с Бон Севеном. Может... Конкассив шот. Дэнди. Шот оврейс, только средний. Фласочка. А там Тирини Нотейл, смотри, с Бон Севеном на Дэнди. Пробивает с руки. Еще до ТП что делать на всякий случай. Лизориор просто на отход кидает Бон Севен. Нет, еще сайленса у Санейка. Опасно. Очень опасная медлиния. Много перемещений сюда. На самом деле, Cloud9 сейчас потратили очень много ресурсов на вот этот вот ганг. Они отдали полностью сейчас хардвейн. Хвост стоит на полном фрифарме. Артстайл может позволить сейчас себе отводить, переподводить крипов и набирать тоже экспириенс, сколько ему нужно. Угу, пока что он этого не делает. Пока что он просто максимально старается зонить кого-либо, кто бы не пришел от экспы, чекает, чтобы никто здесь... на этом хардлайне не халявил. Да, но в итоге стадия лейнинга пока выглядит отвратительной для Cloud9. То есть вайпер оставили без экспириенса, обокрали его собственные суппорты, ганги здесь тоже почти не прошли. Не отвратительно, а на графиках, при том, что до крипов у Cloud9 было преимущество там 1000, оно примерно так и сохраняется. Оно, в принципе, да. В принципе, да, Envy, в принципе, неплохо нафармит на топе, немножко по крипам отстает от хвоста. Фаник здесь уже левел 5, кстати говоря, на сложной линии, сравнивая с Бонсен, Бонсен только левел 2. Здесь тут Кар намного полезнее станет в скором будущем уже для своей команды. Так, есть слип на Бон Севена. Хвост будет давать стан. Стан дали. Пытаются пробить с руки. Брейнса, Бон Севен. Не должны. Ой, убивают хвост. Но Лизовер Путин не смог. Это фраг. Это фраг. Это пятый фраг для ребят из Нави. Что извините? Да, там одна смерть была у нас, получается, баунтиратор в лесах. Дэнди пошел на стаки, который для него Санейка сделал. Санейка в это время получает экспу на миде. Тоже довольно важно, довольно такие стандартные манипуляции пока проходят возле медлинии. Дэйзи очень аккуратно. Левел 6 уже имеет, крипса 29 на 5. Вайпера перекоесил пока на 3 крипочка. Ну, с учетом нейтральных крипов, понятно. Ноутейл здесь подворовывает опыт со стаков. Да, левел 3 апнул. Есть у него один обсервер вард, бегает по чужому лесу. Ну, да, правильно подметили, здесь он особо ничего сделать-то и не может. Сейчас они попытаются выйти вниз, потому что здесь Бон Севен вместе с Мизери. С вардар, если будет левел 6, то туда ноутейл лучше вообще не приходить. На топе тем временем. Ой, Фанику очень больно. Рокет Бэрридж от Энви. Фаника не пробила. Был еще сноубол на всякий случай, чтобы спрятаться. У Фаника ожидаемо против вот этой дабл-линии. Посмотри, у него счет, во-первых, 2-0 до крипов. Он получил вот эти вот фраги. Во-вторых, у него уже бутс, ботл, еще 500 голды сверху, 22 крипа. Очень фривольно он себя тут чувствует. Если вот... получится еще законтролить... кстати, руна до сих пор лежит, может быть, он смотри, не подозревает теперь об этом. Если Фаник сейчас пойдет еще на руну, заберет регент. Или Зорер, Шурикен Тос, Артстайл пока выживает, 55 хп у него осталось. Ну, довольно интересно, так нападали, но не убили, опять же, не спасли. А хвост тем временем пошел Бон Севен убивать, Слардар, стан! А там еще крипы бьют Бон Севена, Бон Севен погибает, ой-ой-ой. Снейк сюда подошел, перемещение опять удачное от Санейка, да, с ботлом Дэнди, он ходит, восстанавливает себе ресурсы. Ноутейл сейчас его можно будет воровать, руну. А хороший да. Фиссур отрезал, да, и Фейс забирает себе Ноутейл. СФ вынужден отходить ни с чем, и, возможно, курьер... Сверху придется... Вайпер забирает баунти. Да, СФ вынужден курьера привозвать себе и ботл забрусит. Пока. У Фаника там 5 экспы до 6 левел, вот прямо сейчас он получит левел 6. Еще и несколько крипов подворовывают да, да. Шардами. Тут очень эффектно на самом деле получился. У него стоит хороший обсервер вард, который дал вижн вот на эту территорию. И айшардцами просто-напросто подворовал Фаник. Ну так вот неплохо. Сапог Magic Wand Bottle стал. Чилд имеет на левел 7 минута. То есть все шикарно у Фаника. И вот с Артайлом они собираются, прожимают смок. С попыткой, я так понимаю, убить гирокоптера. Да, подвару спанч. Если Энви тут подставится, то за проказ должны забирать Энви. Давайте смотреть. Итак, заходят, видят здесь у нас Энви, Фаник, сноубол. Должен быть сноубол. Айшардс пока просто ставит на месте. Валрос панч. Рокет Бэрриджа он дал, дэмэдж много не нанес. Приходит на теренью Фата. Есть слип. Арстайл нужно уходить. Арстайл разбудил здесь нас Бон Севен. И Арстайл будет погибать, важно теперь уйти Фанику. Его зажимают с двух сторон, но Тейл вместе с Мизерем, хорошая фиссура. Фаник. Фаника стопит, бодиблок неплохой от Мизери. Фаник, Фаник снова страдает. Этого вайпер еще. И Лизарер сверху будет еще так же залетать. Сноубол он пока выигрывает немножко времени для себя, но... Это что, не собрали поможет. Кэрри соперника, умерли при этом вдвоем. Ну, стянули на себя всех игроков Cloud9. Все линии освобождены, все линии. То есть мид-линии никого нет, на нижней линии никого нет. Ребята из Cloud9 здесь потратили почти все свои ресурсы. Да, преимущество уже больше 2000. На стадии лайнинга у Na'Vi очень хорошо начинают Na'Vi этот матч. По XP уже 3500. Угу, если так. Мы посмотрим, у Гандара там 4 левел только появляется ботинок. Шейкер также бедный. Да все бедные на самом деле.
Ну да, это даже можно ценить по криптатам. Все плохо. Ну, стадию лэнинга, конечно, ребята из Cloud9 немножечко провалили так. То есть начало у Na'Vi очень даже хорошее. 1800 монет, видимо, у хвоста. Magic Wand в то же время у Вардара уже почти дагер. Да, блин, дагер. Только он появится, придется где-то прятаться Cloud9. Где прятаться? Под товарами стоять? Да, им нужно где-то сейчас сдать... Гандару, или сделать ему пару удачных вывозок, или дать ему спейс, чтобы он получил левел 6, и как-то под товарами стараться навязать размены под треками. Вот бегает Нотейл, пытается сдать какой-то спейс, пытается сейчас навязать Фаника, но ну как вот, это Фаника убить? Фаник играет сверхагрессивно, возможно, он сейчас переагрессирует. Ну, блин, у этого Тускара 1100 здоровья. Левел 8 ботл и 1100 хп, ну как его убивать? Да никак. Один баунтихаттер с ним, какой там левел у Нотейла? И при этом 4-й? Почти левел 6 у Санейка уже. Ну, вот сейчас далеко заходит, снова полом соло будет убивать, а в соло убивает, боже! Но Тейл пытается зацепить Фанику, сейчас сейф ТП от Вайпера. Есть фиссура, но Фаника искать должен сказать. Фаника будет забирать, но опять-таки здесь стянул четверых. А героев, еще ТП что делают? ТП делают, Пейн здесь, будет ли цеплять, нужно слип дать. Слип кого-нибудь, Скаймак рядом. Но Санейка не успел его шестой получить, ему не хватает немножечко экспириенса, поэтому здесь убить никого не смогли. И ТПшки были потрачены зря. Но размен получился неплохой, Тускар себя разменял в керри героя, это хорошо. Это очень хорошо. Да, Фаник уже дважды, по сути, убивает Envy. Да. Первый раз с помощью артстайла, второй раз в соло, и это очень сильно замедляет фарм Герокоптер. У него уже 0-3, у него ПТ Аквио, на 10-й минуте больше ничего, по сути, нету. Magic Wand и 0 голды. Ни о каком айтеме для ускорения фарма пока не может быть и речи. Ну да, средний. И в это время у хвоста уже 2-300, то есть он может сейчас зайти в магазин и купить дайгер. Ну, главное купить это, опять же, незаметно для противника, чтобы моментально можно было реализовать. И там теренем снова артстайл вместе с Фаником под смоками. Ну, хотя опять понимает, скомпить. Что там жизни ему не дадут, уже смещается на нижнюю линию, возможно, будут делать какой-то выход на хвоста. Ну, а сейчас просто-напросто убьют кого-то. Так, поставили центришник, но Тейла. Выходит Брейнса. За рейндж-центри. Выходит за рейндж-центри, должен жить здесь. Да, больше просвета в инвентарях нет, то и центришников тоже, поэтому отпустили. И приходит хвост, у хвоста есть блинк. Все, хвост готов нападать. Вижена у ребят из Cloud9 не было, можно залетать. Вайпер получает стан, амплифай дэмэдж сверху, есть айшардс. Здесь, конечно, фаса, вайпер страйк. Будет пытаться он разменяться, но... без шансов для него, и хвост выживает. Да, у него хилинг селф есть, то есть он не захилит себя, все будет окей. Да, и сейчас сразу будет, наверное, выход на тавер. В это время у Дэнди уже 1500 и пару веточек в инвентаре, то есть до Мекки там осталось каких-то 500 голды. И Na'Vi пойдут играть в свою излюбленную доту, давить на ранней стадии игры, собирать тавера, пушить, собирать рошанов. Ну да, стараться закончить игру минуте где-то на 20-25. Вполне возможно, с таким началом вполне возможно. Na'Vi сейчас очень серьезно доминирует. Преимущество уже порядка 4000 монет, по экспириенсу 5000. Все шикарно, с артефакты появляются крайне хорошие. Совсем скоро. Ну вот уже, да, SF практически насобирал себе на Мекку. На нижней линии кулдаун залетает Ирениум Дэнди, фиссура пошла. Rocket Barrage, Дэнди страдает, Иллюзорер и минус. Хорошо подловили здесь ребята из Cloud9, втроем держались. Потом Ирениум Бэй на топе забирает Вайпера вместе с Тускаром и Скаймагом. Да, через ультимейт также поймали Фату и спокойно забрали. Да, ну размен очевидно получился такой в плюс Cloud9. Все-таки убили SF и немножко замедлили приобретение Мекки, это очень важно. Но в целом, наконец-то получил какую-то свою 1000 голды, забрали и Дэнди, и Тауэр. Там, вы смотри, у Пака 1500 хп. И проход во вражеский лес. Но у Пака пока что нету уровней. Пак уж, даже если у него появится блинк, ему нужен хотя бы 10-й, чтобы наносить какой-то дэмэдж среди самых нуков. Ну да, как бы там не было, все равно, конечно, блинку пытается купить себе и купить его очень быстро. По возможности, по мере возможности. Ну, против Скаймага еще желательно иметь быстрый ул. Да, кстати, помимо тоже очень блинка. То есть тут бон 7 до того, как он сможет хорошо себя хоть как-то чувствовать в тимфайтах, еще далеко-далеко. Ну смотри, ускоряется снова хвост, стоит хороший обсервер вард. Видели, что здесь находится ЕС, можно прям залетать нагло и убивать. Но пока хвост ждет, когда только появится ЕС. ЕС прячется. Мне зря прекрасно понимаешь, что, скорее всего, Слардар где-то бегает, где-то носится и ищет хантинг. Даже смещается еще и Фаник. У Фаник, кстати, 1500... И прекрасно видели, где Мизери находится. Опа, примерно понимают, что он где-то там, потому что мимо варда он здесь не проходил. Ну, вайпер случайно Мека есть, у Баунти Хантера пытаться принципе, сейчас тоже. Задавить за тауэр и забрать Мизери прямо там. Нет, пока не ныряют туда. БХ подтягивается пешочком, у БХ появляется трек. Очень важно для ребят из Cloud9. Важно с этими треками пытаться делать какие-то киллы. Да, и вот сейчас для Na'Vi главное не допустить того, чтобы взяли несколько трек-киллов.
Угу. Мека летит уже к СФ, все собирается вместе Нави. Нави сейчас будут давить, Нави будут пушить. И под смоками идут ребята из Cloud9. Для Нави очень важно этот замес провести сейчас без разменов. Ну или как-то там 5-1, да. Максимум 5-2. Ну, главное, опять же, да, все правильно сказал, по треками фрагов не давать. По деньгам у них сейчас очень большое преимущество, и все для этого есть. У них герои жирные, единственный там худенький герой — это Санейка на скаймаге, который стоит сзади. Ну, ты смотри, просто у ребят из Cloud9 нет ничего. Меку не дособрал себе Фата. На масс-файт 5 на 5 он не готов. У ребят из Na'Vi уже Мека есть. Вот на Фату. Айшардзе пошли. Фата, будет ли сноубол? Хвост залетает, просто идет стачек. Сноубол. Сейчас должен сюда входить пак. Мистик Флеер, колдаун залетает. Колизори Орб. Дэнди пытался сделать ультимейт, не дали, сбили с Сайленсом. Фаник просел. Бонсен получает пинскрип. Слада дает стан, их слэм в хвостах. Хвост просто пытается уйти. 1-2 размен. И все, убегают, убегают ребята из Na'Vi. Ну, там, на самом деле, Cloud9 все потратили уже. Ну, у Тейла еще полная мана. Но заставили. Тейл... Свой тавер отдефили, разменялись 1-2. По трекам этот самый один килл. Неплохо, неплохо отбили с Cloud9. Я тебе больше скажу, они денег больше заработали. Ну, вот она, сила треков. Да? Но другое дело, то, что эти деньги не пойдут ни Вайперу, ни Паку. Это плохо, да. Вайпер... купил себе баклер Хедрес, видимо, домейки по-прежнему не хватает. Пак бабки тоже потерял, у него 2000 голды только. Надо быстрее до блинка дофармливать. Вот пошел Гандар, сейчас будет агрессивные варды ставить на перемещение. Так, 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 так. Но здесь у нас артстайл имеет Аркан Буцы, левел 8. Купил себе клок на всякий случай, ну знаешь, что будет делать Аркан Буцы. Ну, сейвить, сейвить. Так вот, судя по всему, решил сделать мидас после блинка. Ну, это уже популярный билд такой, у нас Вардара становится, Лода так собирает в каждой игре практически. Именно Альянс начали активно использовать этого героя первыми, наверное, в Европе. Ну, там... ну почему бы и нет? Мидас на 15-й минуте... Это не сказать, что поздний мидас. Ой, Нотейл ТП отменил. Он испугался, что хвост ему собьет. И сейчас будет погоня. Блифай дэмэдж уже повесили на Нотейл, но он довольно быстрый. И все, там уже вайпер. Конечно, дальше хвост не пойдет. Он довольно опасный момент, конечно, был. Но в плане Глиммеркейп, кстати, полезная штука. Потому что если хвост пойдет сейчас в мидас, быстрого бокадония кого-то не будет. И сейвить хвоста надо будет. Тем более, что под спринтом там 4 уровня он бегает. Дополнительный дэмэдж будет ловить себя. Подходит сюда в инвизе Санейка. Инвиз заканчивается. И, кстати, вот посмотри на айтемы Санейка. Казалось бы, у него 1-0-6. Но у него нет пока что ровным счетом ничего. Это все Гандар заставляет просто тратиться какие-то сумасшедшие инвестиции от саппортов. Ну да. Везде стоят центры варды у Na'Vi, и постоянно приходится покупать новые-новые-новые досты, а денег, даже если ты этого Гандара убиваешь там втроем-вчетвером рядышком, тот же SkyMag много не получает. Ну да, дают 150 голды и там максимум, и все. Много вардов на них не купишь. Мидас покупает себе хвост, у него уже готов. Да, SkyMag, конечно, бомжует, но на самом деле Санейк свою роль выполняет. Баунти Хантер особо-то ничего и не сделал. Появляется по началу игры. Блинку Бон 7, стоит он за вайпером, ночью его там не видно. Да, пока фат только один, потом амплифай дэмэджем. Na'Vi не знает, где находится вот еще понятно. После амплифая увидели пака, потому что если ты навешиваешь амплифай или трек на любого героя, ты получаешь его вижен. Вот, своровал рун. И дальше под спринтом, под спринтом, под спринтом. Но под вардом пробежался он, вард этот вот все видел. И в итоге хвост вынужден отходить. Тускара появляется тоже блинк. Cloud9 вот сейчас начинают играть в свой излюбленный сплит-пуш. Они четко контролируют перемещение Na'Vi, стараются их максимально растягивать и стараются их вылавливать там, где... Вот, смотри, сейчас они понимают прекрасно, что в миде находится Санейка, внизу они видят Дэнди, который только делает ТП на базу, и сразу же делают смок в свой лес, потому что понимают, что там наверняка находится герой Na'Vi. Вот, ловят, собственно, хвоста, есть дримбойл, трек, рвет, он подставился. Хвост умрет точно здесь. Также будет сейчас трек на арца, и вот то, о чем я говорил. Два трек-кива на пятерых героев. Да. Это очень много денег. Вот сейчас появится Fight Recap. Сколько бабок дали? Ой, там вообще 2300 голды зарабатывают ребята из Cloud9. Один смок, один смок. 2200 голды, 2200 экспы. И посмотри на график. Сейчас половина преимущества, то, что Na'Vi нарабатывали упорным трудом 17 минут, половину Cloud9 уже отыграли. Да, одна ошибка, чего стоит Фаника в это время пытается поймать. Но Фаник должен уходить, у него есть сноубол блин. По-прежнему довольно жирный Фаник, конечно, 1300 хп у него. Так просто его не взять, еще и стики имеются. Ну и Сеф там рядышком был с Микадзе, так что чего подстраховал. Да, в любом случае, конечно, Na'Vi так ошибаться нельзя. Нельзя подставляться в чужом лесу вдвоем против пятерых. Надо ловить противника на таких смоках, понимать, как они перемещаются. Иначе, конечно, все преимущества можно вот так вот разбазарить. Ну, пока Na'Vi по-прежнему еще впереди. 14-9, 18-я минута встречи. Сами собираются в своем лесу. Будут отпушивать нижнюю линию, придумывать что-то.
Пост продолжает медасировать. Посмотрим, что после медаса он будет собирать. Ну, скорее всего, появится какой-то БКБ. Без БКБ довольно сложно будет воевать. Без БКБ против пака не побегаешь по замесу. Угу. И блинк появляется у Дэнди. Вот это вот очень интересный билд. После меки покупаете блинк-дакер. Три блинка есть, ну, у ребят из Нави. Любит блинк на SF. Он раньше любил его покупать и первым айтемом. Если он играет в паблике, он почти всегда первым айтемом его и берет. До того, как мека вошла в моду. Сейчас, конечно, на команду идет мека сначала, потом блинк, потом будет БКБ. Ну и под блинк с Вардара, блинк краш и блинк культ SF можно взорвать любого героя Cloud9. В теории, да. На практике пока этого не получается сделать. На практике блинк от Арстайла был реализован только однажды, когда залетели и убили Вайпера. Сейчас они заходят под смоками. Убивать будут Рошана. Есть Amplify Damage, мы это прекрасно понимаем. И рядышком Envy. И ловит его. Ловит. Есть станчик. Два блинка. Нолдейл, конечно, умирает, но Рошана теперь вряд ли заберут Na'Vi, потому что спалили их задумку. Угу. Ну, тут же раздеваться ли эту точку и отходит. Причем рядышком находится Envy, смотри, он вообще не парится. Продолжает фармить Envy, как в общем не бывало. На, тоже выходит БКБшку. Причем делится экспириенсом с паком. На Metal Hammer нафармил. Паку экспириенс поважнее. Угу, левел 9. До БКБ и Envy вряд ли уже будут принимать какие-либо бои Cloud9, разве что если они опять-таки будут уверены, что у них будет численное преимущество. А только под смок вылазками. Хост покупает Сёгар Клаб и действительно будет делать себе БКБ, продолжает фармить дальше, бегает, но с по линиям. Пытается Дэнди в соло спокойно забрать себе тавер. Глиф Fortification здесь, Cloud9 просто так тавера давать не хотят. Фата с мекой уже здесь, но Тейл рядышком с медалькой с Орбо Веном, Герокоптер там позади стоит, старается не палиться. Если посмотрим, Туман Войны включаем. И Na'Vi не видит Герокоптера. Сайфл летает от Тускара, Фанник. Пока у него нет БКБ, он опять-таки вперед не выйдет. Угу. Он стоит сзади и рассчитывает на то, что, может быть, Na'Vi захотят ворваться на толстого Вайпера, у которого замакшены как раз-таки коррозив скины, имеется мека в инвентаре, и тогда, конечно, бой для Cloud9 будет удачным. Ну и Na'Vi это прекрасно понимает, конечно же, никуда они не нападают, ни на кого Вайпера им это не нужно. Пытается пока фармить, ну и часть игроков стоит просто на медлении, выжидает момент, когда разбредут с Cloud9 разные стороны. Фанник лишь только на топе фармит, 1500 монет после блинк-даггера он уже получает. Хвост, ну ему довольно долго еще фармить до БКБ. Фанник для оффлейнера в этой игре, конечно, имеет очень много. Да, сравнивать даже с тем же самым паком, преимущество на 2000. Это очень даже неплохо. Настакали здесь Сеншентов под Amplify Damage'ем, Хвост вместе с Дэндиком пытается его разобрать. Ну, обоим нужно БКП, и эти два предмета они пытаются зафорсить сейчас. Особо не вязывается. Просто жмутся на своей половине, отпушивают линии, которые приходят к ним под товара, фармят свои леса, постоянно стакают эншентов, и Envy вот практически все время проводит на эншентах. Угу. Ну, кстати, БКБ у него появится раньше. Раньше, причем вот уже через 300 монет. Посмотрим. Да, но при таком вот фарме Na'Vi перефармливают на данный момент Cloud9. Потому что все, что фармит Cloud9, это опять-таки крипы, которые подходят только к ним под пушки, эншенты и пару точек в лесу, которые вон еще Фаник сейчас блочит. Одну минуту заблочит еще иллюзиями. Ну, мы видим, пока вот на таком чистом фарме ничего не происходит. Дэнди имеет ГП 478. Важный момент, появляется блинк у Шейкера. Вот это появляется интересно. Блинк у Шейкера на 20-й минуте и появится сейчас секунды на секунду БКБ у Герокоптера. Ему нужно там 150 голды. Это может быть очень больно для Na'Vi. Отдаил тавер на миде, как раз таки не хотят драться без БКБ. Угу. И Мизери не палится, блинку свой не спалил, есть у него смок в инвентаре. И сейчас для Na'Vi будет очень больно, если они не прочитают этот момент, если будут стоять вместе где-то на драке. Они пытаются сейчас переместиться на нижнюю линию, забрать Тейдин тавер, и именно там Cloud9, возможно, будут пошел устраивать файт. Envy почему-то не хочет нести себе БКБ, хотя деньги уже имеются. Угу, интересно. Вот покупает себе БКБ. Покупает БКБ, летит оно. Есть смысл дождаться, но они уже идут в бой. Они уже идут искать противника. Вот здесь бы могла уже и быть. Причем Envy, смотри, он остался. Что какая-то мискоммуникация сейчас. Да, они его ждут, они отходят просто назад. Но это странно. Это очень странно. Хвост стоит, просто фармит точку, разрывил смог, Бон 7 моментально делает блинкаут. Хотя вижена там у Na'Vi нету. Конкретно в той точке не было. Так, но ТЛ. Залетает Фанник, Валрос Панч, Айс Шард. Дальше что делать? Сразу уходит в инвиз, трекает. Ну а где просветки? Скаймак бы хотел сталиковато, у него есть раз. Не смог. Вайпер покупает себе тоже блинк-таггер. Пата после миг. Да, ну довольно интересно, такие у нас Mind Games. Хвост. Смотри, 3 ТП на мидл. Хвост, Amplify Damage, сверху Mystic Flare бежит и плащ отрабатывает. И БКП от Envy уже есть колдаун, откидывается и вынужден отбегать ребята из Na'Vi. Фиссура, зацепили Скаймага, Санейка. Санейка в слипе пока. Есть хороший сон, мека и в рассыпную. И в рассыпную, да, убегают в разные стороны Na'Vi.
Ну, попытались. Шейкер, да, у него сейчас бликнинг, и у него еще есть ультимейт. У Дэнди, кстати, почти есть уже БКБ, ему какая-то 1000 остается. Сейчас профармить леса пару раз и готово. Да, ну и хвоста тоже. Нави нужно сейчас дождаться вот эти вот по 1000 до БКБ на двух корах, а потом можно, по-моему, идти сражаться. Слушай, они идут под смоками на Рошана, а там-то есть хаслэм у Мизери. Ну сейчас за это можно дорого заплатить, разведает мгновенно Бон 7. Мизери, вот эта фиссура хорошая, блядь, туда бы влететь сейчас, но нет. Далековато команда. Команда далековато. Если он даже влетит, он нанесет, конечно, много урона, но добивать будет некому, и просто он умрет там. Ну, Нави... руководствовались какой мыслью? То, что у гирокоптера кулдаун БКБ, причем довольно долгий. И решили этим воспользоваться, но поняли, что... Исходя из того, как сейчас играют Cloud9, они показывают своим видом, что они весьма уверены в своем лейтгейме. Они сидят на своей половине, особо на рожон не лезут, чекают этого самого Рошана, чтобы не отдать его, и просто продолжают фармить свои итмы. Посмотрим, окажутся ли они правы. Да, но все, что тут нами, мы понимаем. Они ждут БКБшек. Как появятся БКБшки, возможно, какая-то будет активность. Пока лишь только фарм. Фарм на 24-й минуте. Мы видим, что по-прежнему кор-герои Na'Vi немножечко впереди по отношению к кор-героям Cloud9. Там буквально 1002 разницы. Не так, в принципе, и много. По суппортам там тоже все более-менее на одном уровне. Ну, важно, конечно, что Cloud9 успели купить свои необходимые блиндаггеры на паке и на ЕСе. Готовы уже ввязываться в бой. Тем более, когда у гирокоптера есть БКБ. Захватывают сейчас вражеский лес Cloud9. Захватывают зону возле Рошана. Ставят контрольный вижен. Ставят центрики, обсерверы, выбивают вижен врага. И Нотейл бегает и сам с собой тоже разведывает территорию. Мизери старается стоять где-то в тени с блинком. Ну, это очень важно, конечно, выбрать грамотную позиционку при файте, чтобы влететь и убить всех. Но сейчас БКБшки убили будут у Na'Vi. Посмотри, Фата начинает потихоньку бить Рошана. Так, а Na'Vi все еще не готовы. У СФ и БКБ там есть... оставался один вард, который, по идее, должен был дать вижен, что на Рошану зашли Cloud9. Ну, пока по движению Na'Vi ничего не сказать. Под медалькой, на самом деле, довольно быстро они этого Рошана так это да. Это ошибка от Na'Vi. Это да, но они драться не могут. БКБ и СФ... слишком далеко. И Слардар не дофармил до БКБ, он не может драться. Не могут драться Na'Vi сейчас. Одним СФ и БКБ это будет слишком рискованно. Фаник идет, а есть шанс. Пытаются просто прогнать, выигрывать время. Рошан лоу, БКБ долетает для Дэнди, смотри. Для Дэнди, да. У хвоста еще не хватает 200 монет. Да, но хвост бежит сюда, устремляется. Конечно, она не успеет долететь, она только на базе. Курьер только устремляется на базу. Na'Vi походу будет драться. Ну это опасно, они пытаются просто пока выиграть время для хвоста. Впечатление, что Cloud9... Балрасхоч! Хвост накроет! Обливай дэмэдж! Хвост страдает. БКБ теперь хвост, да. БК уже минус с дримкойлом. Хвост подстанился немножко, конечно, без БКБ очень сложно. Взлетает кулдаун, забивает хвоста. Там передним это слэм, минус Санэй, Гардстейл тоже отправляется в таверну. Два в три размера. Рошан уходит копилку Cloud9, судя по всему. Опа, вот тут уходит у нас еще и Тускар. Да, и ребята из Cloud9 будут добивать Рошана. Не могли Na'Vi драться, но они рискнули. Это был чистой воды риск, они знали, что у Слардара нет БКБ, Слардар залетел. Да, такое впечатление, что зафорсили просто Cloud9 принять эту драку. Из положительных сторон для Na'Vi Гандар действительно умер первый и не успел раскидать эти самые треки на саппортов. И за счет этого не настолько много золота получил. Да, все равно проблема. То есть они потеряли Рошана, они при этом отдали троих. Они могли просто дать Аеки. А дали еще при этом трех героев. И при да, этом они забрали двоих, тоже неплохо. То есть размен там был примерно равный. Они отдали два саппорта там и кэрри, забрали они кого? Баунти Хантера. Баунти Хантера и Пака. Ну, посредственно, конечно. Посредственно, очень посредственно. Надо было дождаться БКБ, что рисковые Na'Vi все-таки пошли в бой и решили но попробовать это так. Это Na'Vi. Это их стиль, это да. Их стиль. Мы поэтому шашки не удивлены. Вперед. Да, мы поэтому не удивлены тем, что они все-таки рискнули ввязаться в бой, хотя они все прекрасно сами понимали. Да, Cloud9 выигрывают в драку, забирает Аиги сейчас для Eternal Envy. Есть у него дабл дэмэдж, к слову, и сейчас Cloud9, возможно, будут уже сами что-то предпринимать. Забирает Аганим после блинка. Ой, хвост может ошибиться. БКБ. Что делать дальше? Стан. Наплюпай дэмэдж, Bone 7 страдает, Bone 7 тычку получает, но размен не тот, что нужен, просто ведь тоже погибает, один да, на один. Погибает под треком. Опять же. Это плохо, он и только купил БКБ. Bone 7 он убил вообще за малым, там очень хорошая микро от Envy, поймал он в сетку даже в БКБ хвоста, если бы еще там на какой-то пиксель отошел Bone 7, то он бы выжил. Именно так, но в любом случае единичку БКБ потерял на Слардары, при этом все равно погиб, разменялся не в лучшую для себя сторону. Но вот ближе к мидгейму, там после 25-й минуты, как только начинаются вот эти вот макро-геймс, у Na'Vi начинаются проблемы. Очень сильно они отыграли начало в индивидуальном плане. Лейнинг всегда почти против любой команды у Na'Vi выигрышный, а ближе к мидгейму как раз-таки начинаются вот эти вот закидоны, к сожалению, для фанатов Na'Vi.
Но это продолжается уже довольно долго. Подловили Зизнотейла, ждали они его под сантрижником под этим. Очень долго стояли в кустах, как только он выглянул, сразу же залетели и убили. Ну, это плюс для Фаника, потому что Фанику немножко осталось до БКБ. У него давно уже в стэше висит Огорклап и Метрилхаммер. И вот буквально еще одну соточку монет дофармить, и будет БКБшечка тоже. Ну и 3 БКБ будет у Нави. Проблема в том, что 4000 денег уже у Envy после БКБ. Да, ну посмотрите, уже практически экономику выровняли ребята из Cloud9. 2000 преимуществ всего лишь осталось у Нави по экспириенсу там около 5000, но это не так важно. На топе ловят Фаника. И вот Фаник. Только, казалось бы, вы убили Гандара, сразу же в ответ умирает Фаник по флейнеру вашей команды и отдает денег больше, чем вы получили за Гандар. Да, и опять же минус. Смотрим на Envy, видим, что у него огромнейший запас бабла, 4200 монет уже на данный момент. По экспириенсу Na'Vi все еще сохраняют свое преимущество на 5000, а по деньгам уже почти ровно. Да. Там уже преимущество для 30 минуты, вот эта 1000 ничего абсолютно не влияет. Да, и как только Envy купит следующий айтем, я скажу, что даже Цедеять уже впереди в этой игре. Ну, сейчас они будут забирать тавер, видим, Глиф Fortification работает, а... того, что пропало и не стал 2 минуты. SF тем временем вместе с Бэйном. На Гандара по большому счету все равно. Ну, смерть она неприятная, конечно, видимо, можно было не отдаваться, но в любом случае тавер забрали в размен. Ребята из Cloud9 ныряют. Дальше Санейка, Вайпер Стрейка, есть Фиссура, и Санейка никуда не уйдет. Отлично, залетели, подловили, Санейка там пытался что-то сделать. Не знаю, что он пытался сделать, Динай Тавер или что, он просто находился там, его убили. Думал, что, может быть, его не заметил там. Да, но в результате, казалось бы, вроде Bounty Hunter в Tower еще более-менее, но и SkyMag отдали при этом, уже размен не в пользу Na'Vi. 20-15 уже практически по счету, сравнивается более-менее Cloud9, брать всего лишь 5 фрагов. Да, Aegis сейчас пропадет, конечно. И вот сейчас, возможно, будет какая-то стычка внизу. Надо по таймингу... У Envy есть Aegis. По таймингу окончания Aegis. На него нападать совсем не очень, но думают, что он один здесь первый раз его зовут. Это слэм от Визори! Голдаун залетает от Envy. Aegis еще не потерян. Дэнди пытается набегать его в соус, подает его, погибает сам. И Aegis теряет Терракостер. Размен на Шейкера и на Aegis. Cloud9 более чем довольны этим разменом. Да, конечно. Я не знаю, зачем. Na'Vi нужно было подождать еще минуту, а Aegis бы закончился сам. Но они думали, что, возможно, Envy сам вышел нагло здесь пофармить и хотели его дважды забрать, но такая команда, как Cloud9... Ну, они действительно часто сплитпушат, ты не угадаешь, или есть кто-то за ним, или нету. То есть здесь уже такие mind games начинаются. В этот раз за ним прям стоял Мизери, отличная каунтер-инициация. И там повезло еще Na'Vi, что не лопнули просто два героя, успели прожать свои БКБшки и хотя бы размен на Свардара дали. Ну, хоть что-то, и бабочку покупает ретриком себе Терракоптер. Да, и вот теперь его забирать будет куда правда. Голдаун, артстайл, финскрип, кастует, ну куда там, Envy сейчас просто всех убьет. Вы убили Вайпер, но сейчас Envy просто заберет два фрага. Сон, 3 секунды еще кулдаун. Ну не успевает его, да. Опять-таки, Бон Севена, даблкил для Envy. О, с тем временем Бон Севена забирает хорошо через Amplify Damage. Фиссура поздноватая получилась от Мизери. Но тут хоть какой небольшой разменчик. Будут пытаться сейчас цеплять Envy. У него нету ТП аута. Есть БКБ. Да, скорее всего, сейчас вынужден будет прожимать БКБ. Не хочет. Рок от БР на развороте. БКБшку Фаник, Валрас Панч, Envy. Не кастует БКБ, сейчас прокастовал БКБ. Начинает просто с помощью флэкэна расстреливать противника. Хвост вместе с Дэнди пытается ударить, и Envy погибает. Были промахи, конечно, сквозь промахи пробили ребята из Na'Vi. Но сейчас погоня за Нотейл, Айсшард. Ой, Нотейл. Не видно же его здесь? Не видно. Обратно прячется. Проблема у Na'Vi в том, что они рискуют, очень часто рискуют. Один был риск на Рошане, второй риск здесь снизу, когда Геракоптера пытались убить, и два раза они довольно серьезно пострадали. В результате Cloud9 имеют шансы, хорошие шансы. Через пару минут у нас будет респаун второго Рошана, и он будет очень важен. Потому что если один раз мы видели, как Геракоптера могут просто взорвать за комбинацию как раз таки SF с Блинком и с Вардара, то дважды, мне кажется, если как-то сейчас Cloud9 заберут Рошана, будет не убить просто. Так, ну по-моему, Дэнди ошибается. Мека. Да, у Дэнди нет ТП. А он ошибается. И просто опять-таки под треком забирают Дэнди. Который непонятно зачем хотел вот напасть и в соло убить этого Шейкера. Нет, он не напал, на него напали, он прожал. На него напали, он захотел, зачем, ну вот возьми, нажми БКБ, убеги ты, зачем ты пытаешься там этого Шейкера убивать. В это время спокойно подходит Фат. Ну да, дальше мы видели все сами. Непонятно, СФ снова погиб, и очередной фраг копил. Лежит ДДшка. Биг Дэдди контролит ДД. Решает забрать, да, потому что Геракоптер еще в таверне. Гиперстон покупает себе, кстати говоря, хвост. То есть выход будет дальше на салт Керас, очевидно. Вряд ли это будет Мьёлнир или... Вообще, Мунтар. Конечно, уже видели, что есть бабочка у Eternal Envy.
И... Но МКБ Свардару нет смысла собирать. Это не герой для Свардара. МКБ должно быть у Дэнди. Ловят здесь Мизери. Артстайл хорошо вышел в спину, словил наглеца. Убили за два ультимейта. Активная у нас игра, кстати, 32 минуты, 25 на 19. Постоянно вот эти вот наглости, постоянно вот эти вот сплит-пуши, которые наказываются то одной, то другой командой. Артстайл. Вот только убили. Да, с бит-тп нечем. Бит-тп нечем, потому что вишена нет. Дримкоила не было тоже. Уже был потрачен. Нет, Дримкоил, кстати, поставил. Дримкоил просто не бьет в инвиз. А, все, окей. Окей. Просто я очень неосторожно смотрю, куда он идет. Хвост... Что-то закупил себе, кстати говоря, в стэше. Да, у него же есть чинмейл и рецепт на осадке раз. Осталось только плейтмейл себе приобрести. Bone 7 уходит на ТП. Да, и снова Bone опять же пошли чуть-чуть дофармить Дэйвула. Возможно, он разберет сейчас Базилиус, чтобы получить себе маску, и тогда сможет приобрести его прямо сейчас. Да, это он, собственно, и делает. Разобрал, поменял, Йоу купил. Все супер. Продолжаются у нас такие сплит-пуши. Ребята аккуратненько пытаются там подфармить. Тут подфармить и собираются снизу Cloud9 на данный момент. У Мизери эхослэма нет. Но Envy готов воевать. Подходит к ним сейчас пак с Улом и со смоком. И рядышком стягивается еще Нотейл. Бегает рядышком, 1500 хп у него есть. Нави же возле своего два тавера и около своего леса пытается подфармливать. 2200 у Фанника, кстати говоря, после БКБ. Хвосту желательно бы купить свой ассалт Кирас. Да, кстати, у них опять-таки чуть-чуть не хватает вот до ключевых итемов. У хвоста чуть-чуть не хватает до Кирасы, у Дэнди столько же до Баттерфляя. Да. Но возможно, возможно, это будет Этериал на СФе. Думаешь? Почему бы и нет? У тебя есть в команде Скаймаг. И можно очень хорошо бёрстить под этот тайтом. Ну а как с гирокоптером бороться? Пытаться забёрстить как раз таки Magic Damage. Свардар должен делать Blink Crash. Если они не успевают прожать БКБ, то его просто взрывают. А если он успевает? Тогда проблемы. Тогда проблемы. С другой стороны, тогда у вас и с Баттерфляем проблемы. Ну, бабочку надежнее, на мой взгляд, покупать-то будет в этой ситуации. Посмотрим, что выберет Дэнди. Пока все хорошо. 20 секунд до Рошана. Да, втягивается туда Cloud9. Cloud9 уже контролирует эту зону, потому что понимают, Рошан для них очень важен. Находит еще инвиз Шейкер. Ну, под вардом, по-моему, этот инвиз он нашел. Угу. Да, так что видели, ребята. Должны быть знают. Готовы. Да, гирокоптер на топ-терене пошел. Отсплитпушил 2500 хп. 2500 денег у него еще в запаке имеется. Готов будет, если что, инвестировать средства ставку или артефакт. Ставит центричник, довольно опасно. Артел тоже немножко испугался, так дернулся назад. Пришел Фаник. Фаник не боится никого, но уже на Тейла не видит. У Фаника еще есть Владмерс. Максимально стараются уплотниться Нави армором. Покупают Владмерс, Кирасы, все вот эти аура айтемы. Потому что понимают, что против Флека скоро будет больно. И нужен какой-то армор. Да, именно так. Посмотрим, что дальше будет собирать себе Envy после бабочки. Прямо по варду в наглую опять-таки заходит Cloud9 на Рошана. Но не видит, что хвост на топе. Скаймаг там рядышком, уже ТПшки. Хвосту нужно тоже уже жать ТП и идти. Идти на контестить Рошана. Если они хотят там подраться. А подраться они точно хотят. Очень важно забрать себе будет это Аегис. Хорошо так. Для Нави то, что пока что они видят Шейкера. Вот сейчас Шейкер уходит из Вижена. Рошан-то падает. Dyer's далеко находится хвост. Вот пешком идет. Ну, это какая-то ошибка от Нави, потому что, вот, как я уже говорил, дважды забрать гирокоптера будет трудно. Ну, спокойно забирать. Да, Эксицер, Дрипкоил, Вайпер залетает. Вайпер пошел в атаку. Финсгрип на фату. Хорошо. Мистер Клэр залетает, там Тирене Мэн дает кулдаун. Один в один размен. Айшар свешивается. Во, залетает дальше на Эн, пытается его пробить, пока БКБшки прошли. У Эн еще есть Аэгис, форстафует его хорошо на хэграунд. Здесь все герои Нави под треком. А Cloud9 просто разбежались в разные стороны. Да, и разбегаются Нави. Так, ну размять в один получилось, ну в принципе, суппорта на Вайпер разменяли, казалось бы. Ну получили Аегис. Да, Аегис забрал у нас и Envy. И есть сейчас 4000 у Envy. Опять огромное количество денег. Envy, Envy, Envy. ГПМ у него превысил 500, но, кстати говоря, Дэнди тоже фармит примерно так же, у них ГПМ 519, 518, 519. Еще каких-то 500 голды, и Envy сможет райт-кликом сатаник взять. ГПМ-то примерно равный, и нетворс-то у них равный, но гирокоптер-то посолиднее выглядит в лейте на 6 слотах, чем SF. Ну да. Есть такое мнение. Ну что ж, 37 минут игры позади, 26-20. Очень напряженная первая карта у нас получается. Довольно много ошибок было, но тем не менее, пока ситуация более-менее равная на карте. Мы смотрим графики, видим, что Нави хоть и ведут, но это цифры незначительные. По экспириенсу 7500 уже что-то более-менее. И вот только сейчас бабочку приобретает себе Shadow Fiend. Так, там теперь Нотейл дает вижу на Фаника. Гирокоптер тоже рядышком. Казалось бы, нужно замедлить и убить. Свешивается трек. Хоми Миссал сверху ставится, но нет. Нападать не будут. Причем Envy, смотри, против всего этого минус армора берет себе крипа с фрост армором. Угу. Тут там дополнительных 8.
армора может он выдать, то неплохо. Да, и помимо этого еще замедляет скорость атаки милишников и скорость передвижения, если они его бьют. Тоже неплохо. Крип действительно хороший против Свардара с Тускаром. Главное, чтобы он не отъехал в поход драки там как-то от чего-то. Он может всю команду там забафать до боя, по сути. Ну, этим постоянно нужно заниматься. А по-прежнему Envy у нас не покупает себе что-либо. У него 4500 монет, отпушивает теперь нижнюю линию. Но ты знаешь, более раскованно действует Cloud9. Вот в своем стиле. То есть топ два персонажа отсплитпушивают снизу. Да, и вот смотри, никогда не угадаешь, когда за Envy кто-то стоит, когда никого нету. Вот Na'Vi несколько раз напали, постоянно кто-то прикрывал. А сейчас он сам ходит абсолютно. Отпушивает вот эти линии, а Na'Vi, казалось бы, рядом, но уже не нападают. Да. Потому что не видят. Посмотри, как действует Cloud9. Вот сверху стоит Мизери с Ноутейлом в тени. И опять-таки остальные два героя кор персонажа в миде тоже в тени. И очень грамотно играют в макроплане Cloud9. Да, но это они умеют. Это их, конечно, как только стиль. Показывается один герой где-то на карте, остальные пропадают. Вот Фата вышел в миде, показался, Envy уже ушел фармить леса. Сверху два героя ждут какого-то одного загульного человека от Na'Vi. Да, если кто-то четко. Один слабенький придет туда, то мгновенно там будет эхо своя, мгновенно будет бёрст. Invisibility. Все четко. Вот он хвост, который вот, приходит вот пришел. Сюда сразу же смещается Bond 7, есть магический бёрст. А Мизери может инициировать эхо слэма, просто внезапно. Да, сейчас, возможно, будут пытаться этого хвоста как раз-таки забирать. Давайте посмотрим. Смотрите. Итак. Ну вот Мизери готов уже по окрядушкам, если берет что. Еще блинк себе, кстати, Ноутейл. Да, да, надо уже все купить. Да, и вот сейчас, как только покажутся в миде герои Na'Vi, на хвоста должны напасть. Хвост. Понял, что слишком опасно здесь находиться и просто сместился под свой этот таймер. Хотя, на мой взгляд, могли Cloud9 сразу начать. Потому что подстраховал бы пак, и рядом находился уже гирокоптер. Но решили, что дождаться нужно всех. Ну вот, Cloud9 хотят как-то реализовать Aegis. Monkey King появляется у Envy, не сатаника, он берет дэмэдж. Дэмэдж. Он понимает, что у него есть Aegis, пробивать он защищен. Пробивать. Арсенал выходит под Вимертимпом аккуратно, мимо Тавра. Энда Тиренио спокойно пробивает Тавр, никто не собирается ему мешать. Бежит Вайпера, танкует этот самый Тавр. Один раз уже попытались Na'Vi против Аегиса повоевать с Энви, поняли, что это слишком опасно и решили сейчас Тавр просто напросто отдать. Т2 уходит без какого-либо дефенса в копилку Cloud9. Да, чем они зарабатывают тебе деньги. Понятное дело. Так, что ж, внешних товаров осталось всего лишь два у Na'Vi, но у Envy при этом Aegis скоро будет ну уже вот заканчиваться. Ну вот Na'Vi и Ноутейл просто разведают всю обстановку, Artstyle уже под треком, Dendy сейчас трекает, опять-таки вешает трек на Artstyle, делает блинкаут, очень тяжело его поймать без гема. Да. На такой стадии игры это опять-таки нужно или делать какие-то колоссальные инвестиции в центре, или брать этот гем, вот как раз-таки гем фаник. Говорит, хватит это терпеть. Ну да, тут наглый слишком наглый этот самый Big Daddy. Просто Na'Vi просто на своем хайграунде. А тяжело что-либо делать, Aegis еще не пропал. Еще не пропал Aegis, поэтому они ждут. И этот Ватавр еще один забирает Энви. Инициируют на Ноутейла. Разобрали, ставят дрипкоил, теперь весь колдаун, по панику попадает. И Энви прожимает и пока вот пошел, раз по Black Энн. Смотри, как его разбивают. А Aegis потерян только сейчас. Энди. Вайпер здесь пытается помочь. Дэнди, Ригом оф Солс. Фейлит Дэнди не с по таймингом. Таймингу. Не по таймингу. Валрос Пантери не минус ЕС. И убили ЕС, он не успел ничего абсолютно скастовать. Ловит еще финсгрип Фату. И здесь очень хороший тимфайт для Na'Vi. Да. Если остался живой пак, который пытается втянуть Сайленс на нем. Паник идет до конца, и Шарц. И Бон Севен тоже погибает. 5-0. 5-0. 6-0. 6-0 фактически с учетом Аегиса. Хорошо подрались Na'Vi? Ой, какое количество денег они отыграли. Разница получилась в 6 тысяч голды практически. 8500 экспириенса. Фантастика. Да, залетели, убили. Причем ребята из Cloud9 практически вообще ничего не проюзали. Ну, проюзали все, но дэмэджа не хватало. Там вышел Envy, казалось бы, сбоку раскасовал кулдаун, включил флэг. Думал, что он в БКБ сейчас кого-то будет убивать. На него навесили амплифай и с трех ударов убили. Да, даже без амплифай. Просто да, прошли удар и это минус. И смотри, заход на хайграунд, а Envy байбека нет. На самом деле, это можно и сторону забрать. Вайпер байбекается. А будет ли Na'Vi уходить? Они ждут байбека от гирокоптера. Гирокоптера байбека нет. Они как минимум Т3 точно здесь заберут. Да, бараки должны. Если шейкер опасно, потому что шейкер сможет там как-то отгородить от бараков, потом реснится пак и не хотят рисковать. Да, в любом случае, конечно, очень много золота сейчас заработали ребята из Na'Vi. Очень много. И файт выиграли, три тавера забрали, и сейчас ситуация на карте у них явно улучшается. Пак покупает себе тоже гем. Так, ну и смотря на графики, должны были обновиться, и вот он скачок вверх, просто рывок по этому нетворцу, и преимущество Na'Vi ставят уже больше 5000, около 6-7, по экспириенсу там просто 14 тысяч, боже, как это много.
Ну и да, и как показывает игра, никакие вот эти купленные плейтмейлы не спасают C9 от этого сумасшедшего минус армора. Там у Слардара уже максимальный ульт это 20-ка, плюс аура Дэнди, еще 6, и плюс еще Кираса, 5. Это 31 негативного армора. Медалька еще должна быть у Скаймага. Да, проблема в этом плане у C9. Угу. Бегает на тейл, тот курьерчик оп, подрезал, неплохо. Неплохо было сыграно. Минус курьер. Ну, Артал рядом бегал, где же этот наглец? Наглец-то уже ушел. Надежда у C9 на магический прокаст, потому что если шейкер раскастовывается хорошо, и пак там как-то ему помогает, то драки они выигрывают. Если шейкер не дает ничего, как бы вот в этом как раз таки замесе, то проблема. Ты смотри, что делает Нотейл. Он так издевается над ребятами из Нави. Он просто дал трек и на блинке ушел. Нотейл неуловимый. Просто неуловимый парень. У Фаника да. Интересный артефакт появляется. Вот Сорб. Угу. Можно снимать один трек. Да, а снизу сняли тем временем Скаймага и запали тавр. Вот так вот. Да, пока вот этот... Ноутейл стягивал на себя там 2-3 героя Нави, пришли, забрали тавр, забрали Санейка, который стоял под этим самым тавром, и ушли, предварительно профармив на отходе лес соперник. Угу. Да, ну это мы видим индивидуальный творс, гирокоптер пока топ-1 позиция, дальше три персонажа Нави идут, и потом пропасть, потому что суппорты у Нави не нафармили себе практически. Чего? Ну, Глиммер Кейп, в принципе, есть у Арсайла, у него появится даже и Блинк Даггер сейчас. Он вот закончился покупает. Этот самый скачок, вроде 10 тысяч преимущества, наверное. 10 тысяч. Да. 10, и там по экспириенсу 18. Тяжелая ситуация у Cloud9. Напомню, дорогие друзья, что первые свои две карты они проиграли. Причем проиграли, опять-таки, в борьбе за 60 минут. И да. Если сейчас они еще проиграют вот эту игру, предположим, то... На мораль-то сильно мораль, может ударить. Да, может подупасть. Особенно мы знаем товарища Envy, как он реагирует на проигрыши, знаем, как он к этому всему относится, поэтому проигрывать Cloud9 ни в коем случае нельзя. Ну, в принципе, понятное дело, что Na'Vi тоже. Поэтому тут война, поэтому тут борьба, и пока в этой борьбе в первой карте Na'Vi немножечко долидирует. Demon Edge приобретает себе Dendy, вот теперь уже будет выход в МКБ. В принципе, артефакт уже можно приобрести, но будет оставлять деньги на байбек, мало ли что. Слардар 1700 голды имеет. Ну, там еще не забываем, собственно, курьер. Курьер, который через минуту возродится. 4400 было голды. Так, БХ, ничего нового. Ну, вообще, можно посмотреть по закупам, что мы увидим. Мы видим, что ничего нового не появляется у ребят из Cloud9, разве что Envy. Envy тоже ничего не покупил. Envy 1900 голды имеет. Три блинка есть. Теперь он рецепт на сатаник себе и отправил курьера на секрет шоп, но ему еще не хватает 300 голды. Видимо, будет брать сатаник без байбека. Возможно. Перед да. Рошаном, видимо, хочет получить этот самый сатаник и как-то подраться на Рошане. Нави в это время группируются на своей базе, не видят они опять-таки никого из Cloud9. В этом плане, конечно, молодцы ребята из C9. Полностью раздевардили абсолютно все линии и все возможные да, места для вардинга. И постоянно находится в тени. Угу. Ну а вот перемещение на Авито видно. Фаник с гемом. Еще и трек повесили, это, конечно, бар сбивается. Опять-таки, смотри, висит. Пока развлекает Bone 7. В этот раз решили не добивать Рошана. Ой, Артстайл. Но Фису сам удачный получился, Артстайл спрятал себя в Glimmer Cape, или Зори Орб сверху от пака, не залетает на него он, и Артстайл уходит пешком. Но на самом деле довольно опасное шоу у нас, Ваня. Мог и отъехать. Слардар покупает себе Херт Тараск. Вот этот был артефакт в курьере, он себе приносит. И Вайпер Ассалт Керас тоже имеет свою команду. Довольно правильно, зная, что у противника есть Ассалт Керас, тоже нужно забрать себе, чтобы как-то выровнять эту вот разницу по дебафу в виде брони. Вот. Идет вперед Слардар. Так, ключик Нави в том, что они не понимают, что происходит в Рош-Пите. Они не знают, Рошан-то может теоретически умереть в любую секунду, когда у тебя нет вижена. Ноль вижена, просто ноль вижена. Заканчивается сигил, и надо вот так вот рисковать, бежать вперед, чекать. Вот сейчас юзается смоук от Нави. Вот. А C9 понимают, что им спешить не нужно. Вот они фармят эншентов, стоят, держат хайграунд. Потому что с хайграундов всегда драться удобнее. Бегает очень опасно, бегает хвост, вот конечно, опять, он пытается разведывать. В яму проверяет, оп, ничего нет. Что вижна нет, дальше? Вижна нет, никакого вижна нет. Сбивает вот линку, возможно, сейчас Нави как-то нагло попытаются этого самого Рошана забрать. Смотри, линку забивает, если хвост сейчас навесит минус 20. Но там или Зори арбы постоянно, Bone 7 чекает. Bone 7 просто так в невидимости этот Рошпит не держит. Дело в том, что после того, как пролетает иллюзорий орб, до следующего иллюзорий орба Рошан уже может умереть. Mm-hmm. О,
вот смотри, с какой скоростью он падает, это Дэнди его не бьет, это бьет его только хвост. Слушай, что делают Cloud9? Они вообще прожали смок и пошли куда-то через мид-линию. Пошли в спину, они пошли в спину обходить. Это посмотри. Очень интересно. Ну, за это время Рошан-то может упасть. Но боятся, Нави не идут. Вот Дэнди пошел помогать. Они успеют забрать Aegis. А Нави... Лол, да, ты Cloud9 и... сейчас будут принимать тогда. Получается, да. В Майн Геймсах Нави сейчас побеждают Cloud9. Курьер, курьер. Cloud9 понимает, что надо убегать просто отсюда. Курьер был убит. И Cloud9 убегает в разные стороны. Рошан да. за Нави, причем это сырный Рошан. Очень важно было его получить. Слардар получает, видим, сыр, а Aegis кому там достался? Aegis достался у нас Shadowfiend, ну, в принципе, как предполагалось, и в итоге Cloud9 вынуждены ретироваться. Да, задумка, в принципе, была неплохая от Cloud9, то есть пройти вот так вот в спину, но делали они это слишком долго, и Na'Vi просто успели забрать Рошана. Выкладывает уже меку Дэнди, потому что нет уже слотов. Ну что, снова небольшой плюсик получают себе Na'Vi. Сейчас есть сыр Aegis, теперь уже сами можно что-то придумывать на атаке. Как мы видим, пока Na'Vi кучковались и ничего не делали, и старались вот в эту самую позиционку за Рошана выиграть, Cloud9 неплохо отыгрались в плане Netwars по графику. Угу, 4000 отыграли, кстати, Cloud9. Ну, сыр Aegis, я думаю, того явно стоил. Потому именно. Что с сыром и Aegis'ом можно сейчас уже пытаться сломать хайграунд. Тем более, что Т3 миди нету, они сломали его данным. Ну, пытается пока нижнюю не оформить, а хоть китай таур до сих пор. Хвост, хвост Тараска спокойно все может прийти и позволить себе уже. Ну, вот этим и занимается. Да. Если АТП от Cloud9, кстати, так просто таур не отдают. И Envy пришел, Dyer's очень нагло пришел. А там в Тирине, смотри, план перехват, Фаник, ты вместе с Арстайлом здесь. Есть перегриф, пытаются Envy забрать, Viper Strike залетает, Power Spunch, Envy умирает очень быстро. Пошли БКПшки. А дальше будет попадает пост. Нет, нет, дальше добраться не пошел. Это будет заход на хайграунд. Это должен быть заход на хайграунд. У Эдми нет байбека. Вот просто он тыпнулся за подефить Т1 тавер зачем-то. Ой, еще и на Тейла подловили. Санейка. Сможет ли на Тейла в соло? Так, 6 стики он у Тейла. Умер. Нужен блинк, нужен блинк. Нет, не умер. И попытаться тэпаут. СФ, СФ. Есть скилл. Скаймак добивает. Минус 2. И оба без байпека. По миду идут ребята из Na'Vi. Там Тиренин пошел на сноу-ол. Дальше за ЕСом под Т4 тавер. Фаник, ну куда ж ты залетаешь? Здесь у него еще есть сыр. У Фаника еще есть сыр. Дримпойл. Все нормально. Вот здесь покрутился немножко. По дримпойлу стоит Фаник. Арстайл просто под глиммер кейпом. Пытается забирает Арстайла. На бараке. В это время, да, бараки тоже нападают. Гриф юзается от Cloud9. Другие стороны не забрать два товара стоят. Хотя бы медленью оформить-то стоит. Хвост здесь. Дэнди разбирается с крипами. Медленью, конечно, берут здесь Na'Vi. Тут можно попытаться и Т4, может быть, поковырять. 35 секунд будет Envy. Глифа уже нет. Да снизу-то два будут спокойно забирать, конечно же. Оставляя себе потом площадку для захода на нижнюю линию. Да, одна ошибка от Envy. Как же дорого она стоит для Cloud9. Просто нелепое какое-то ТП. Ну, да, несуразное абсолютно действие. Тыпнуться на 50-й минуте под дефит Т1, при том, что рядом с тобой команды нет, у тебя нет байбека. Ради чего? Чтобы заденаить и лишить команду каких-то там 500 голды? Ради того, чтобы взорвать Твиттер, судя по всему. Больше причин я не вижу. Да, и в итоге получается, что 51-я минута, и Na'Vi продолжают наращивать свое преимущество. Мидлинию снесли, это уже огромнейший плюс, хоть и на 51-й минуте дефить довольно просто, тем не менее. Тем не менее, Na'Vi по-прежнему имеет сыр Aegis, вот что важно. Тем не менее, это огромное количество денег. После патча 6.84, забирая сторону, там за бараки дают деньги на всех, как за тауэр, и когда ты забираешь фул сторону, там твое преимущество сразу 1005 прыгает. Ну да. Слава Кресте Рейнем появляется Нейка. И еще. Вот усорп, на этот раз уже от ребят из Cloud9 на паке. И тут Shadow Blade у нас есть у Фаника. Да, видимо, будет это Silver Edge. Да, Silver Edge. Вайперу можно подключать пассивочки, к примеру. Плохо смотреться. Да, и гирокоптеры даже просто ударить, срезать ему урон. Да, тоже хорошо. Тоже хорошо. СФ вот один здесь, довольно опасно. Пак врывался, хорошо, Дэнди отмикрил. Ушел на блинке, врывается Артстайл. Вот он, Нотейл бегает, Артстайл без гема. Нотейл просто рядышком пробегает. Сейчас, по-моему, загуляют здесь Артстайл, возможно. Боятся, боятся Cloud9. Боятся встревать. Прекрасно понимаешь, что СФ рядышком, еще и хвост был тоже неподалеку. Покупает себе демонедж, кстати говоря, Слардар таки выйдет в свой МКБ. Таки. Ну, понятное дело, что артефактом пятым только по счету. Ну да, такой Слардар, конечно, отбивает Лиса очень быстро. И очень больно. Envy не проблема. Вайпер не проблема. И сейчас Na'Vi, используя Aegis по-прежнему, ломают еще один внешний тауэр. Не думаю, что будут заходить на хайграунд, конечно, лут проще и надежнее будет дождаться появления следующего Рошана. Посмотрим, как будет действовать. Пытается спритушить низ фата.
по максимуму. На самом деле, Нави быстрее. Почему не будут? У Нави еще есть Aegis по-прежнему на SF-е. Да. Пытаются забрать форму. Вынужден Фата был возвращаться на свою базу. Пятеро здесь Cloud9. Кто наставил там иллюзии? Хороший фиссур отрезали. Поста. Иллюзии с Керасой и крипы там заберут Т3. Придется сейчас Нави отходить и не хотят отпускать со своей базы. Просто было тяжело, пока мы должны были поражать. Фаник. Куда ты пошел на своем сноуболе? Один. А он что-то блейд спрятался и бежит. Ты посмотри, Дрикоил, где они зацепили хвоста. Вот, отставился колдаун. Энви под флэкэн начинает расстреливать хвоста. Все просто убегают под него. Смотри, а Денги-то уже на базе. Денги-то на базе. Надо цеплять здесь с Cloud9. Ну и хвост получает, видим, Лотусорб. Пытается спрятаться. Фанни здесь на блинке уходит. Есть Юл. Который в Лотусорб отбивается. Блин, ой, хороший фиссур опять отрезает артстайла. Эхо слэм забирает стартара, артстайл тоже приседает артстайл, ГБТ пытается спастись. Кил, второй трек килл. И Фаник, скорее всего, тоже погибнет. Фаник? 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 Да, нет, Фаник. И третий трек килл. Минус 3. Что можно ответить? Блестящая игра от Фаты, пропушил он низ полностью, оставил свои иллюзии, которые минус армор оставили крипам. За счет этого тауэр довольно быстро упал, и Дэнди был, кто-то из Нави был вынужден просто тпшиться, чтобы отбивать, иначе бы сторона была просто так потеряна зазря. А здесь наверху не было возможности забрать сторону. Потому что просто отспамились уже Cloud9. Cloud9, увидя это, просто зацепили героя в Нави, забрали 3 трек-килла. А Aegis в это время просто пропал, то есть он никак не реализован. Покупает себе Денди, конечно, Daedalus, но Cloud9 сейчас неплохой отрезок для себя провели. Очень даже посмотри неплохо на графики. Вот о боги. Одна драка, трек 5 по трекам. И это да, не 16 уровень даже Гандар еще. Да, это 6 тысяч отыгранных, и преимущества такового Нави уже не осталось. По экспириенсу, правда, 10 тысяч, но это такое уже. Преимущество у них осталось в том, что у них медлиния забрана. Да, это самое главное. Ну, Т3 Тауэр на топе тоже очень важно. Да, главнее. Ну, смотри, еще и хотят форсить байбеки. Cloud9, смотри, просто проходят, через мид зашли крипы, то есть антибэкдора не будет. Барак и падает, забирают миличный барак. Миличный барак спокойно разбил сторону. И забирают, и байбэкс Нави не хотят. Вайпер покупает себе КБ. И вот теперь можно сказать, что Cloud9 полностью камбэкаются в эту игру. По сторонам 1-1, причем у Нави упала боковая сторона, которую труднее отпушивать. Именно. Чем центральную. Именно так. Да, и Нави придется начинать с самого-самого начала. А что начинать? Сейчас нужно готовиться к появлению следующего Рошана. Ну, благо, это хотя бы не верхняя сторона. Через низ-то хотя бы к Рошану путь открыт. Если бы упал вверх, то каждый выход на Рошана был бы очень проблематичен, да, для Нави. Сплит, любой сплит, и вы уже не можете драться на этом самом Рошане. Именно так. 4500 денег у хвоста. Ну что ж, не закупает он себе еще артефакт. А теперь... Ой, Envy, Envy, Monkey ой, Envy. King. Посмотри, Monkey King появляется сразу же у Вайпера. У Шейкера сразу же ты появляется. Ты посмотри, что появляется Шива, у Envy. И у Envy появляется Sacred Relic, и вряд ли это будет Abyssal Blade. Это будет рапирка, скорее всего. Ох, Envy. Envy сегодня рапирку уже покупал на антимаге. Игру не выиграл, конечно, но порадовал своих фанатов знатно. Возможно, он захочет взять Abyssal, потому что мы видели сегодня Abyssal от Силара на гирокоптере. Возможно. Посмотрим, посмотрим. Опять же, пока непонятно, но что он будет собирать. Мне почему-то кажется, что это будет. Это будет зависеть от ситуации. Там теренем заходит Фаник. Мизери успевает отблинковаться, дал фиссуру. У Энви, кстати, чуть-чуть еще не хватает. Артстайл слип на Мизери. Причем, подтягивается да, хвост. У Мизери есть байбек. Мизери. Просто отдадут его здесь, я думаю. БКБ прожимает хвост, да, очень быстро забирает ЕСа. Дальше теренем Санейка пошел. Да, просто отдают здесь Мизери. Мизери мгновенно байбекается, вешают стрек на Санейка. Дримкоил только на Санейка, сразу же Глиппер Кей. Хвост залетает по моим, так, хорошо, Мистер Клэр, Бенби, Энви пытается отпустить. Бенби, как же больно. Один удар, что делать Энви? Прожимает он Сатаник, не успевает. И отхиливается. Он даже еще не ставил кулдаун по какой-то причине. Вот умирает. Хороший вырыв. Это слэп. Минус Дэнди. Минус 3 уже сделали. Правда, погиб тот же у нас и Envy. Погоня дальше. Пытается поймать Фаника. Фаник под Shadow Blade'ом бежать. Артстайл тоже здесь. Артстайл. Артстайл тоже минус. Это минус 4. Нижняя линия очень серьезно пушится. Ай, как подставляется Нави. Да, и вот казалось бы, Envy должны были зафокусить очень быстро, но Envy выжил, Envy пережил, прожал Сатаник, отхилился очень долго. Да, он даже почему-то не ставил ультимейт, он был, видимо, сфокусирован на своем здоровье, на том, чтобы просто бить, прожать Сатаник и так далее. Что еще можно отметить всегда в команде Cloud9, то, что они очень грамотно держат позиционку в лейтгейме, в файтах. То есть впереди у них всегда стоят герои, которые имеют байбек. Вот мы видим, что стоит впереди Шейкер, ты его убиваешь, начинаешь дальше чейзить, он мгновенно байбекается, приходит и просто переворачивает файт. А байбеки там были у считанных героев, по-моему, всего. У Envy байбека, например, на момент начала файта даже не было. Ему не хватало там 200 голды. Он стоял сзади и получил его уже, заработав какую-то сумму денег. Да. Ну что ж, Нави, снова тяжелая ситуация. Графики просто в ноль вышли. И по деньгам, по экспириенсу фактически.
Да, и при этом Герокоптер, 2600 у него денег после Сакротрелика. Так-то у него, конечно, байбек он будет оставлять в любом случае. Но если то что... если первый что-то раз так... за все время игры Cloud9 получает там 30 голды лидерство по золоту. Потому что еще до крипов Нави получили преимущество 1000 и при вот этом размене. И первый раз на 57-й минуте Cloud9 выходит вперед в этом показателе. Но это так важно, что они вышли вперед на 57-й минуте. Важнее, чем то, что Na'Vi заработали себе на первых минутах 1000 голды. Эх, 58 минут игры позади, 29-35. В этой карте по-прежнему ничего не понятно. Очень валидольные матчи у нас сегодня с первых игр. И здесь исход этой карты пока не ясен. Смог прожимают Na'Vi, хвост. Стремляется вперед, 4700. Денег по-прежнему очень много, здесь он сейчас уже не тратит. Кто кого переконтролит, кто лучше отыграет в тимфайтах, кто лучше сделает инициацию и так далее. От каждого конкретного файта все будет зависеть. От количества байбека все будет зависеть. Хвост. Я думаю, табличку натворцев уже можно закрыть и открыть байбеки, потому что... Опа, зашел хвост, Ирина Фонсевна. Инициацию Фиссура, эго-слэм. Убирают, наверное, пака, еще и ловит финсгрид шейкера. Смогут убить мизы. Есть байбек у пака, но он не хочет пока его делать. Если байбека нет, он его юзал. И пытаются зацепить Envy. Хвост ныряет дальше, не попадает станом. Есть страйк на него, вайпер страйк, и все остальные просто разбегаются в разные стороны. И респит Сарашан. Очень вовремя. И без ЕСа драться ребята с Cloud9 не смогут, да. И в итоге это фри Аегис и фри сыр для Na'Vi. Снизу линия пушит, ничего страшного, сразу может быть прийти и ее отпушить. Аегис забирает такой раунд спот. И знают Na'Vi, что 70 секунд без шейкера сейчас возможно, попытаются сейчас давить. Но как минимум забрать топ-линию. На нижнюю линию вообще забили просто, никто не идет ее дефить. Возможно, сейчас будет команда Редата Гоутрон. Возможно. Треки вешаются постоянно, но Тейл. Выкупается пак, потому что понимает, что не отбиться без шейкера и без пака. Лотусор на панике висит. Кидает Айс Шардс. Нет, топ-линию. Аккуратно топ-линию будут забирать. Вот, Аегис ничего не боится, демнэш не по-прежнему есть. Он скупил что-то в курьере. Принесла ему МКБ. Глифа нет уже. Бегает Фаник здесь по трекам инвизе. 4600 у нас уже Зуфинда имеется сверху. Вайперстрайки летают, бараки уже потеряны. Драться главное не хотят, пошел Эмби. Юзает БКБ хвост, нападают на вайпера. Посмотри, начинают сбивать Фату, мгновенно бёрст. Это просто чисто мэджик дэмэджом. Но при этом вспоминает хвост и Дэйси умер. Энви просто всех разбивает по кэнонам. Очень много дэмэджа Энви наносит. Возрождается хвост, пытается драться против Энви. Паши проходит. Энви стоит, пытается как-то от него отрегениться. Не получается, Энви погибает. Хвост, но не смог сделать фраг. Игроком сразу байбек, делает байбек, приходит Дэнди. После байбека также Интервлак ушел. Три байбека сделали Cloud9, хвоста пытается цепить. Вайпер страйк, да, и хвост, скорее всего, не уйдет Шурикен Тос. Дальше идет на свете Мизери, Шивузгар цепить, Фиссуры, Фаника. Трек повесили, Фаник инвиз уйти не сможет. Но там, там есть блинк, на блинке убегает. Сбрасывается трек, Фаник. Еще один трек. Эхо слэм, Мизери. Не достает. Но рядышком оказывается, Сноубол, скорее всего, не уйдет. Вряд ли, под треком здесь очень тяжело будет уйти. Может быть, была бы надежда как-то вот так вот обмануть с блинка и куда-то в лес уйти, но под треком это не пройдет. Слишком большой рейндж Фиссуры, достает он до Фаника, Фаник тоже минус. После этого замеса, после байбека, у Ноутейла 5000. Ноутейл, Ноутейл. 3600. Рапиру покупает себе Envy. Вот она, рапира от Envy. Да, видимо, сейчас Cloud9 пойдут в All-in. Что случилось с Envy? Уже нету байбека у Дэнди. У всех остальных там, у Свардара есть байбек. Уже делает байбек Фаник. Саппорты сейчас также реснутся. И сейчас у нас будет, скорее всего, финальная 5-5 да, в этой да. игре. Envy в третьей своей игре покупает вторую рапиру. Это просто какая-то фантастика. Началась только групповая нету стадия. Нету тиммейта у Шейкера. Свардар может делать байбек. Ему нужно будет делать байбек. Вайпер страйк? Нет, не залезает. Возможно, они надеются на то, что и вот как раз Cloud9 решают пойти на трон. Грифортикейшн уже юзается, гриф здесь, вайпер здесь расстреливает на 4 тауэр. Заходит СФ, начинает под ПКБшкой разваливать Энви, на развороте, чему-то Дэнди просил по КП. Начинает просто бить сатаником с ой, какой на, СФ рассыпался без глифа, хвост тоже погибает очень быстро, это минус 2, пата расстреливает Фаника. Фаник тоже умирает, минус 3, да ладно, Na'Vi. Это 1-0 в пользу Cloud9. Они проиграли эту игру, фантастика. Ставится пауза от Энви. Видимо, мискликнул. Пишут, сори, да. Good game, well played. Они понимали сейчас, на что они идут, они понимали, что это будет последний замес в этой игре. Ни у кого не было байбеков, ни одной, ни у другой стороны. И Cloud9 этот замес выиграли. Герокоптер с рапирой делает свое дело. Они даже его не пробили. То есть СФ зашел... Они начали его пробивать, казалось бы, но потом прожимается БКБ, сатаник, фулл ХП. Да. Сумасшедшая игра получилась какая-то. У Na'Vi были реальные возможности выиграть. Они вели в сторону и в 1-3 тавер. Ну, у них было сумасшедшее преимущество. Ну вот, вот Гандар. Вот почему, собственно, этого героя сейчас не хотят.
не хочет себя видеть против себя ни одна команда. Потому что одна какая-то ошибка, казалось бы, вот там три героя умирают в лейтгейме под треками 16 уровня, и вы за это получаете 6-7 тысяч золота. Да, но мы видели эти вот перевороты в мидгейме, когда Bounty Hunter выиграл 6 тысяч благодаря своим трекам для команды Cloud9. Это было действительно очень жутко, и Na'Vi приходилось раз за разом начинать все с самого-самого начала. Да, в итоге Cloud9 оказались немножко повыдержаннее, скажем так, в этой карте. Выиграли конечно, они. В итоге не зря Cloud9 были уверены в своем пути. Да, 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 не зря фармили. Хотя в моем понимании просто, вот, просто лучше сыграли последний замес. Да, именно так. Ну что ж, ребята будут немножко отдыхать, мы тоже прервемся на коротенькую паузу и всем скоро услышимся на матче под номером 2 Na'Vi Cloud9. Никуда не убегайте. Стрим 2 закончили. Да, закончили.